Собрание открыли церемонии награждения лучших инженеров области, ставших победителями в ежегодном конкурсе «Инженер года Брянской области 2011». Отличившимся специалистам вручили подарки и дипломы. В своем докладе Александр Касацкий отметил, что в течение прошлого года ассоциация и областная администрация активно вели работу по созданию более благоприятной инвестиционной обстановки, а также по развитию государственно-частного партнерства. Напомним, ассоциация промышленных и коммерческих предприятий занимается социально-экономической политикой, создает долговременные партнерские отношения с областной и городской администрациями, а также с Брянской областной думой. Эти соглашения позволяют участвовать в работе совместных комиссий, комитетов, рабочих групп с тем, чтобы вносить свои предложения в нормативные документы и предоставлять экспертные заключения. Ассоциация приняла непосредственное участие в разработке и реализации областной целевой программы формирования рынка труда на территории Брянской области на 2007-2010 годы. Программными мероприятиями этой программы предусматривалось реформирование системы профессионального образования, формирование государственного заказа на подготовку кадров с начальным и средним профессиональным образованием. Ассоциация дает ответы на самые разные проблемные вопросы. Это и обеспечение кадрами предприятий, и развитие машиностроительного комплекса области. Не остаются в стороне от перерабатывающей лесной и строительной отраслей. Помимо этого, сформирован областной залоговый фонд под долгосрочные кредиты на инвестиционные проекты. Одним из них является направление, связанное с развитием высокотехнологичного лесопромышленного комплекса. Кроме того, введение ассоциации и выкуп земельных участков, создание рабочих мест для инвалидов, тарифно-ценовая политика и реализация закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Учитывая, что показатель экономического роста находится в самой прямой и непосредственной зависимости от эффективности использования энергоресурсов, научно-технический совет ассоциации дважды рассматривал вопрос энергосбережения. У нас в стране удельное потребление энергии выше, чем в странах Европейского Союза, примерно в 3 раза. То есть мы потребляем на единицу ВВП в 3 раза больше энергоносителей, чем требуется. По-прежнему одним из ведущих направлений взаимодействия администрации области и ассоциации является развитие малого и среднего предпринимательства. В прошлом году были проведены дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. Это позволило максимально сократить безработицу и заметно поднять промышленность. Татьяна Глазова, Евгений Седачев. События, Брянск.